Мана газар авир хату газар. Хату сетхлярын, хату хату хлярын, хату эврэни хороша опора креп кичкенлер. Юнгад хла эндөрөдөрдө итчахы авчысты мана бахынтын болла. Халмыга нерта тога махын болжана. Юнгад хла автор калмыцкой породы, калмыцкой породы это наш земляк Мархачи Бамбаевич Нармаев. Поэтому кто прославил нашу манчжикинскую землю, откуда родом от жених Батыр, который сегодня будет вашим зятем сегодня. Мы всегда рады тому, что манчжикинская земля была воспета, воспевала в первую очередь особую любовь к традициям и обычаям, особую любовь к языку и культуре. И вот первое стихотворение, которое звучит на калмыцком языке, которое говорит «Мини хальмы келн», это автор этого стихотворения, великий известный писатель, народный писатель, поэт калмыки Ташиев Анжай Ергеевич, родом с именно с манчжикин поселка Хамутниково, откуда или Кюмбольджина, я скажу, тогда Кюмбольджина. Мы говорим отношение того, что мы, воспевая именно свою культуру, народ и так далее, мы, конечно же, помним о великой нашей культуре, которая выражается в стихах, не только в стихах, не только в песнях, но и в танцах в том числе. Поэтому изначально танцы вообще-то пошли у народа в том числе везде-везде, но постановки новых современных танцев в том числе пошло оттуда, с Кибурских районов опять, потому что это авторы этих многих постановок и так далее. Это герой Калмыкии сегодня, Петр Тимофеевич Надбитов оттуда. Мы говорим когда о культуре нашего народа, мы опять говорим об устном народном творчестве. Лучшие постановки, лучшие роли, которые ставятся, это народным артистам Российской Федерации, Улановым Иваном Алексеевичем. Опять же откуда? Манчжикинская земля его взрастила. Вот когда мы говорим о культуре великой, да, мы поем песни, восхваляем и так далее. Да, но когда выйдешь на пейзаж Волги, всегда хочется запечатлеть себя в фотографиях, мнениях, чтобы осталось все в виде портрета, в виде зарисовок. И, конечно же, лучшие зарисовки были сделаны всегда народным художником Российской Федерации Кикеевым Ачем Хулхачевичем. Опять же, с манчжикина, опять же, с Хамутникова. Но когда наслаждаешься всем этим величием и так далее, все мы к себе желаем прежде всего, чтобы наслаждаться, нам нужно крепкое здоровье, правильно? И вот это крепкое здоровье обеспечило многие годы, а точнее 25 лет главным хирургом Республики Калмыкия был заслуженный врач Российской Федерации Бачаев Марк Андреевич. Опять же поселок Хамутниково и Кибурский район. Поэтому я утомлять вас не буду, я могу дальше перечислять.